Децентрализованные мессенджеры. Статус, Кичат и Секретум. Друзья, проверяйте информацию на актуальность. С момента написания текста прошло довольно продолжительное время, так что некоторая информация может быть уже неактуальной. Проводите собственное исследование. Киор, как говорится. Популярность социальных сетей и сервисов обмена сообщениями привела к появлению децентрализованных мессенджеров. P2P мессенджер. Пользователи могут запускать их с любых устройств, компьютеров, смартфонов и других гаджетов. Участники блокчейн мессенджеров сохраняют полную приватность. При регистрации не требуется ввод личных данных и номера телефона. Децентрализованные приложения поддерживают обмен контентом с мгновенной скоростью. Передаваемые сообщения закодированы и не хранятся в центральном сервере, что дополнительно защищает базу данных от взлома. Криптоприложение позволяет не только отправлять данные, но и выполнять торговые транзакции с цифровыми активами. Инновационные решения для соцсетей на базе блокчейна предлагают проекты Status, eChat и Secretum. Status. Status Network. Он же SNT. Децентрализованный блокчейн-мессенджер с открытым исходным кодом, разработанный на базе сети Ethereum. Платформа Status работает как мобильный браузер, в рамках которого участники получают доступ к децентрализованным приложениям и смарт-контрактам. Собственный токен площадки – SNT. Максимальный выпуск монет не ограничен. SNT применяются для оплаты услуг внутренних сервисов. Проект запущен в 2017 году. Задача Status – создание экосистемы для обмена сообщениями, обеспечивающей приватность, безопасность и сохранность личных данных пользователей. Status Network позволяет участникам использовать децентрализованные приложения Ethereum через мобильные устройства. Желающим доступны криптобиржа, система идентификации, сервисы прогнозирования и поиска вакансий. Для защиты пересылаемой информации сеть использует сквозную кодировку E2EE, которая исключает доступ третьих лиц к сообщениям. Регистрация пользователей в системе происходит с помощью ENS-адресов. По ENS другие участники могут находить личный аккаунт человека или отправлять на его адрес токены. Резервирование ENS имени выполняется сроком на 1 год. И оплачивается монетами SNT. Платформа поддерживает как чаты с одним участником, так и создание пользовательских групп и каналов для общения. Кроме передачи данных, участники Status могут разрабатывать криптовалютные кошельки и выполнять платежные операции. Пользователи сети влияют на организационные вопросы платформы через механизм Voting the Apps. Любой пользователь может запустить процедуру голосования, в котором участвуют владельцы токенов SNT. Количество голосов зависит от числа собственных монет участника. eChat – децентрализованная система обмена данными, обеспечивающая анонимность участников. Платформа разработана на основе блокчейна Ethereum. Валюты платформы – ECHT. Токен применяется для оплаты услуг внутри сети, доступ в платные группы, поощрение авторов контента и другие расходы. Запуск проекта произошел в 2017 году. Основная цель – создание блокчейн-мессенджера, поддерживающего финансовые транзакции с криптовалютами. Для передачи данных eChat использует технологию Interplanetary File System. Она представляет собой сложную систему обмена файлами, где передаваемым объектом является блок. В системе отсутствует центральное устройство для хранения данных. Доступ к личной информации участники сети получают через цифровые ключи, сканирование отпечатка пальца и распознавание лица. Площадка включает функцию CryptoLike, которая позволяет настраивать входящие данные под личные предпочтения пользователя. С помощью CryptoLike желающие могут вознаграждать создателя интересного контента монетой ECHT. В рамках платформы работает платежный сервис для бесконтактных оплат с использованием QR-кодов и NFC-меток. Сервис поддерживает переводы, обмен и конвертацию криптовалют. В планах разработчиков создание децентрализованной социальной сети на базе eChat. Предполагается, что участники сети могут получать доход от создания и распространения онлайн-контента. Secretum –
IkerSer – децентрализованная сеть для передачи сообщений и внебиржевой торговли криптоактивами. Платформа разработана на базе блокчейна Solana, который поддерживает до 50 тысяч операций в секунду с минимальными комиссиями. Валюта Secretum. Сэр, токен используется для расчетов внутри сети. Проект запущен в 2021 году. Основная цель Secretum – построение защищенной экосистемы, расширяющей возможности участников социальных сетей. Система создавалась как альтернатива существующим мессенджерам WhatsApp и Telegram. Secretum призван обеспечить пользователям удобный, безопасный и приватный обмен данными. Площадка предлагает участникам полную анонимность. При регистрации не нужно указывать личные данные и электронный адрес. Поиск человека в системе происходит по адресу цифрового кошелька. Информация в Secretum находится не в облачном хранилище, а сберегается в специальных узлах сети. За создание и обслуживание узлов участники получают доход в токенах SER. Подобный механизм хранения данных снижает риск их утечки после хакерских атак. Технические решения в рамках площадки. Мессенджер для прямой передачи кодированных сообщений, аудио и видеозвонков. Возможность инвестировать в криптостартапы через приложение Secretum. Система внебиржевой торговли OTC Deal позволяет выполнять транзакции между пользователями с применением смарт-контрактов. Участники сети могут торговать как криптовалютой, так и невзаимозаменяемыми токенами NFT. Платформа Secretum предоставляет желающим возможность монетизировать информацию. За создание и размещение контента в публичных каналах Smart Public Channels авторы получают вознаграждение токенами SER. Заключение. Существующие централизованные мессенджеры не всегда гарантируют защиту личных данных и анонимность пользователей. В мае 2021 года WhatsApp изменил политику использования персональной информации участников. В соответствии с ней, данные об аккаунтах WhatsApp обязательно передаются в компанию Facebook. Участникам, которые не согласны с предложенными изменениями, в приложении доступна только функция аудиозвонков. Получать и отправлять текстовые сообщения они не могут. В результате число пользователей WhatsApp сократилось. Уязвимость подобных сервисов способствует появлению альтернативных технологий передачи данных на базе блокчейна. Децентрализованные мессенджеры обеспечивают безопасность и приватность участников, а также не имеют контролирующего органа.